углубление так, такое небольшое. Туда вставляем вот это сверло. Значит, я прям не убираю ни плодородный грунт, ни, ну ничего, прям, короче, думаю, это мне не надо, ну прям здесь начинаю бурить. Ну, в нужном месте начинаю бурить. Значит, про землю, что я хочу сказать, у нас поле, ну, раньше тут садили там пшеницу, овес, ну, может, что-то еще, не, я не знаю, что конкретно, ну, типа, колхозное поле, скажем так. Ну и сейчас вот нарезали, в том году нарезали, ну и дали людям, ну чтобы для, как бы пока для, ну типа для дачи, но она, эта земля оформлена как дачная, а в дальнейшем планируется переоформляться под, ну под постоянное проживание. Значит, ну так все, как бы особо не торопясь, начинаем бурить. Значит, ну бур, понятно, стараемся держать максимально, как бы ровно, вертикально. Ну, может быть, маленько на него, как бы чуть-чуть так давим его, типа вниз, чтобы... Маленько нажимаем. Так, еще что можно сказать? Ну, производитель как бы рекомендует набирать земли вот здесь, ну, не более 15 сантиметров, потому что, ну, если больше, становится как бы тяжело. Ну, это когда во время бурения вы считаете, допустим, там, ну, надо сделать 5 таких полоборота, как бы, ну, 5 раз перехватить буру, провернуть, ну, там каждый себе насчитает. Видите, я маленько заговорился и как бы побольше набрал, ну и так тяжеловато, ну не то что там сильно, ну лучше так не надо делать, лучше почаще вытаскивать, ну проще это и быстрее получается, и легче как бы. Так, вот, похоже, опять что-то много кручу, сильно заглубляюсь. Да, вот вижу, видите, тяжело поднимать. И еще как бы чем глубже, да, тем получается такой. Ну вот, во-первых, земля налипать начинает, она все равно там маленько влажная, и как бы, когда ее много, уже, ну, она под своим весом прилипает. И еще хотел сказать, получается такой. Ну, как бы эффект поршня, что ли. То есть, ну, вот сейчас как бы легко, когда немного, земля не прилипает. А бывает, что получается такой эффект поршня. То есть, ну, понимаете, да, земля, ну, сверху заполняет все, ну, дырочки. И ты ее много набрал, тяжело. И еще она там, ну, как бы воздух выходить. Да, вот он. Этот момент как раз. Поэтому, ну, еще раз говорю, ну, это каждый сам поймет и почувствует, как надо делать. Почему я снимаю этот видеоролик? Ну, мне бур вообще понравился. То есть, я примерно в 11 часов утра начал, и, типа, ну, до обеда, до 3 часов, ну, пробурил 15 отверстий, вообще, как бы, ну, не особо напрягаясь, там, с перекурами, с чаепитием. Пару лунок пробурил, пошел там кваску попил. Ну, вот, наверное, сейчас последний раз. И померяем, сколько, ну, получилась глубина. То есть все, ну, настоящее в реальном времени, да, как говорят, все бурил, говорил и бурил. Значит, и, ну, попробую сейчас померить, как бы время не засекал, думаю, там 4-5 минут, сколько там точно не могу сказать, ну, вот с помощью рулетки сейчас замеряем.
Вот примерно 90 сантиметров. Ну, еще там минут 5 и будет, ну, там полтора метра. То есть, ну, не спеша, короче,